Ой, иди нахер, иди ты, блядь, этого лучше. В танк. Да. Всем привет. Ты поставил двух танков, которые тут не танчили, все, заебись. Она пока не тут. Так бафов нету никаких вообще. О, зашла. Ша, иду танчить за дром. Паладин, дай хоть каску, а? Лапа каску есть. О, спасибо. Сбили. Блять, я забыл скиллы поменять, ёб твою. Их только станами сбивают. Что скажи, что ты мне в темку ставишь, блядь? Потому что ты скелет. Если шо, иди, кто тут лазит. Добрый вечер всем. Привет. Ну, разберемся. Перейдем. Ты не переживай, покажется дееспособность. Один сцепь, пусть случится, это... Я так тебя просто не буду, 10 лет стажа, 5 лет оффа, топ-гильдия. И куча-куча тактик с ЦЛК у меня, ну точнее с БК, с ЛК и еще немного катаклизма, точнее не немного катаклизма, а точнее весь катаклизм тоже закрыл. Никакой, я чисто для себя, для кайфы захожу там и играю. Бля, минишник постанок уже. У меня тут Холи Прист и Шаман. Ты друг наш, оказывается. И замануха в гильдию, не слушай его, блядь. Да ты заебал на темную рекламу ссывать. Как-то Паладин, ты уже прославился. Да я так и понял. Кстати, такой прикольный серверок я тут заметил. Более-менее он работает. Так, 100%. Я вот на циркуле откатал там год, может чуть больше. И вообще унылый по сравнению с этим. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Блять, Войд. Отводи дальше, я не успел.
Ой, блядь! У меня, блядь, массовых станов больше нет. Вообще легко. ЕП сразу получишь уже плюс. Ну, с одним проблем у меня нет. Я так скажу, больше. Всю жизнь закидывал. Я вообще ни хера не знаю. Пробудители первым заливай. Я на копиях или на мейне? Да. Не знаю, пока это 4 нормально вроде входит. Не, 4 пока, вот только собрал, попробую сейчас. И давать тоже меньше ДПС, чем будет. Да. Мне Холик написал. Гильдию. Пишет, есть ли возможность попасть в статик. Нет, другой Холик, 250 и 2Т4, и танк, 232. Слишком далеко. Войд, войд, стоп. А он не танчит ли вы его тут? В стенке?
Есть плюс 100 бафа кому? Так уходим сразу, а в квадрат что там стоит? Цирк приехал. Ух ты, шо, за деревом тоже отбросились? Заблокировал 5. Хантов у нас нету, блядь. Давай я тут в Дедане. С метками выбегайте свои. Подожди, человека доберу. Прям тут, где он стоит. Ваши муки станут платой за это вторжение. Смотри, разгон, 16 тысяч почти.
спрашивает, как? ПК, вот сюда, встань, вот сюда сейчас. Где вот? Разверни, разверни. Минус хилы или нет? А, нет. А если сейчас не снимет отступление, нам жопа. Не надо. С метками с рейдом. Горите в огне хозяина, как и должно быть. Как и должно быть. Блядь. Давай я в танк. Сейчас будет мастер-класс. Та-та-та. В YouTube записываться. Он должен бить уроги, вроде он бьет и сам снимает сам по себе. Два просто надо намазать. Там два раза надо. Он может пропкнуть. Есть кого мамонт? Вряд ли. Либо Джилс. А нафиг он тебе этот кпет нужен? Да, ВДК, зачем кпет, да? Thank you.
Да. Кому-то задрал меня постоянно, нет, нет. Сейчас спрошу, какая планка, блять, на этот, на чешку? Да. Миша универсал. У меня есть только он в PvP сейчас. Ничего тут не снимает. Должен снимать, но вряд ли. Поставим на босса. Так мне в... Мне в... Мне в кота или нет? Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Что там? Сорвал! Не знаю, Т4 на армсе даже лучше, блядь, выглядит нахуй, чем 2Т2Т. А ты чё, оставлял голову или чё?
Башка, перчи, ноги и плечи. А, грудак-то 10. Вы опоздали. Рубиновое святилище. Я голову оставил то 10. У меня нету просто других то 10. Поставь рыбу. Стоп, квест возьму. Ты только скажи, ДК, чтоб как поймал. Я просто не помню, на выхода смотреть надо, чтобы или как, чтобы в порталы он не дыхнул. Возьмите квест, кто не брал. Орхидея на минуту отошла там по очень важному вопросу. Не-не-не-не, я на своем компе. Ну, дайте ровно минуту. Подожди, пускай все квесты возьмут. Да вот такая вот, да, халявная. Это первый раз. Если во тьме больше 50, значит стопать надо. Если меньше, то значит... Просто что, на второй будем давать, чтобы все были быстро перейти. Дебафа нету никого, да? Шанс.
вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Он что-то забагался, не бьет, вот только начал. Да. Сорян, у меня немножко нет подвис, и я еще сакцентрировал внимание на снятие дебафа. И не видел этот чертов метеорит. Если можно, Бэр. Какой из? Какой друид? Уже не важно. Зарехали. Скоро вторая фаза. Рога, беги. Танк тоже зашел сюда? Мы выйдем на третьей фазе, что ты переживаешь? Ты-то выйдешь, танка там нету. Я бабал на себя прожму. Орхидея. Вы бегите нахуй. У тебя есть походная форма. Шесть таков. А что, раз, забыли. Ничего нет. А кто диспелит нас? По трупам. Я понял, у нас, подожди, у нас три хила. Я, приз, ой, шаман и друид. А, все, я тогда извиняюсь, я даже в тени идти не буду, я просто думал, что у нас два хила, я и друид. Танк, Алиса, смотри, ты не заходишь, когда портал, ты стоишь, ждешь, где танчил предыдущий танк. Ты всегда стоишь на месте, в этом материальность, то есть на первом этаже, так сказать. Сейчас Сагры, ДК, зайди, Сагры, сейчас. Сейчас появится, и вон, вот он, на, вот все. Ля, бурсты, когда ставь шаман рыбу. Он у вас появится буквально через пару минут, может через минуту. Дайте буквально минуту, я вам пристабав дам. Пристабав нужен. Танков сейчас как прошибет. Ну, легче будет хилить просто.
Аня, хорошо. Чё не кинул на меня? Ух ты, шо, прибежали? Ага, поставил. Сказал, не сделал, если чё. Да, ой, знаешь, чем плохо, как ты тут танчишь? Ты мог просто перебежать, и мы могли стоять на месте. Если бы ты ровно его держал. Ты-то прибежал, и весь рейд тоже прибежал, прям в метеор, блядь. Я говорю, когда падает именно посередине босса, то не надо всему рейду двигаться, стоять на месте, а ты просто перебегаешь. Не надо. Не надо. Когда ДД бьют и в самом боссе, не надо под него стоять. У него раньше вообще здоровый. Отойдите вы назад. Вы сами себе метеору засунули и потом говорите, что танку куда-то надо бежать. Ему никуда не надо бежать. На танка метеор падал. Я-то похуй. Если бы на танка метеор падал, все бы стояли. Что, кто-то кинул на этот? Стамину? А во-вторых, у меня еще минута, когда я буду стыд. Сейчас, Рел, одну секундочку, я дверь открою, мне звонят. Если шел, выпад приставал. Да уже дали. Я знаю, угадай кто. Ты там закинул, через сумку перекинул. И да. В банке оказался. Во тьме, когда все зовут, тогда даешь. Сударь, вообще, вам Шерлоком быть. Да. Деваться. Смотри по рейду, когда будет 8 человек уже во тьме, тогда и даешь. О, сейчас РТ должно быть 40. Зайдите в купол. В купол. Ложимся. Ой. Там за купол. Да вы что, угораете или что? Надо давать отсчет. Так ты, когда играешь, ты ни на кого не смотри, а то рассматриваешь тут всех. Какой у того щит красивый, какой у того что-то красивый. Хоть бросты откатятся еще 30 секунд. Травки нету. Как вы видите, что говорит вам в РК, в Дискорде, что надо бежать. Холипал. Да. Сейчас, секундочку, я кушаю, ладно.
Все тут. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Максимальный рейндж, ДДшники, встаньте, Холипал, встань назад. Рога, отойди назад, Холипал. Диспел. Смотрит, сколько урона ему прилетит. Видишь, я пережил как-то. Дубово. Холипал выше нахуй. Варом, да? Бам, на нахуй, под морду, блять. Да. Диспел. Даже не думайте, блять. Диспел. Пойдем нормально тактику, блядь, ну блядь. Вы найдете лишь страдания. Входите, если... Все, как ты рассказываешь. Огонь по 6400 бьет. Все проверили. А в дев стойке 5000. А ты, Полипал, ты сейчас останешься здесь. Полечу, починю, что ли, блядь. Паладин, заходи, заходи туда. Нас нету, мы все мертвы. Заходи туда и падай. Паладин, в портал зайди. А, кстати, есть инфа, если очень долго в РС-ке сидеть, то боссы из ЦЛК сами к вам придут. Да, лич прилетает. Уже через 5 минут мы уже должны будем лечать. Почему ШМ? Рога! Тебя лужа падает, ты сразу перебегаешь, ты не бьешь во фрейме босса, даешь максимальный, отходишь подальше от босса, от фрейма, от красного кружочка. У тебя не сразу он попадает, у него большой фрейм на самом деле, блядь. А не стоит нахуй в самом ним, блядь. Давай. Теперь друзьям расскажу. В темной метке вы можете переключать походную форму и бежать с меткой просто в самый купол, конец. Давайте. Кто из-за кого сейчас вайп будет, тот весь рейд чинит. Потому что у меня уже все сломано, блин.
Так-ка дальше отойди. Мастер. Вышел сразу. Вышел. Полепал назад. В рейд лужа отошли. Господи. Друг рейда, друг. Кто... Не заходи только во тьму и холи. Напоминаю, пал. Кто умрет, тот должен к тьму рейду. Заходим. Подожди, пока не давай. Давай, Геру. Ну диспель ты чего? Он не у края. Я не был. Туда подбежал, короче, это мой продукт. Ох. Ну я так убедился, в принципе. Побежали, орхидея. Редру. Без. Не, вы что, угораете или что? Чё мы будем тут трепаться? Мы просто опарываемся, блядь. Да не прокает вообще. А вы просто не так делаете, я вам потом расскажу. Может, под хвост? Ребята, вы уже какой? Четвертый-то, да? Пятый, блядь. Не знаю, короче. Я, короче, выбежал, блядь, 25 хамовской тактики, блядь, вперед лезвие. Потом думаю, да давай на лезвие побегу. Че, давай голду, обмен дал. Я сдох последний. Да не ты, вон я друиду дал дереву. Давай голду, блин. Это мало. Починка есть на втором этаже. Вышли с инста, кто поломан, полностью починились. На какой? На первом этаже? На втором. Ну, выше подвала, короче. Надо его найти еще теперь надо. Пойду посту, что ли? Ля, в целкаша будет. Вот починка. 80 голды. Где частер нах? Они интересны? Там что, не так? Там тоже пройдут все тактику, смотри. Я думал, все то же самое. В смысле, еще одну тактику учить? Учить? Под хвостом не отбрасывает, но станет. Насколько я заметил, блин. В свету это не страшно, но в тьме вас тупо застанило, и потом срезало лезвие. Окей, спасибо за... Это смотря как танк ведет. Может быть, по-другому еще вести и застанет, и еще успеешь убежать. Ребята...
сова и Эрдру. Если увидите, что у вас что-то бежит такое черное во тьме, нахуй, убегайте от него чем подальше со всем рейдом. Поставь на меня метку, Вой. Это как в реальной жизни. Если нежить увидел, беги. Вот, поставь на меня метку. Пускай бегает за меткой. Блядь. А ничего, что ли, с Эрдру будет? Смотри, а сова от лезвия хоть раз умерла? Да, не. Вот, видишь? Так что это вот это, тихо. Агресс, да? К чему эту информацию? На футбол играла, ворота забивала. Лапу дали. Харе разговаривает. Коня смените. Твой пул срабатывает. Надо по-другому пулить начать. Квадрат все встали. Ёбаный в рот. Диспел. Стоим на месте. Прям в огонь, нахуй. Квест. Готовьтесь к скорым днём. Перебежали. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Хилы зашли. Дюка скидывается тут. Тера. Дайте ей на шаману. Получше два. Двигаемся, блядь. Он сейчас хвостом уйдет. Молодцы. Ну, в жопу, вы чё гоните? Нахуй? Рога, ты прожил кош, что ли? Так кто здесь спалил? Далин, ты? Да, я. Бля. ДПС же увеличивается. ДПС увеличивается. Почти. Ну, мне не грустно. Можно отдыхать пить. Саня, заходи. Короче, блин, сейчас, минуту подожди. Далин, ну закройте уже инсту и все. Может, холипал пойдет во тьму? Я там нормально подъезжаю, да и отхили тоже хорошо. Да, я вот стою под патик. А на самом что-то будет, я в донора не стою. А по организационный вопрос, что я хилю и что диспелю? Хорошо.
А кто тьму танчит? Гружу. Уже 12 минут мы уже должны были влиться в ЦЛК.